Первая медаль мозырского спорта на Европейском фестивале в Глазго пришлась на долю велосипедного спорта, который мозырские болельщики не так давно имели счастье наблюдать в родном городе в рамках чемпионата страны, но по шоссе. И уже тогда специалисты говорили о том, что часть участников рассматривает чемпионат Беларуси как этап подготовки к первому в истории летнему чемпионату Европы, причем некоторые гонщики, состязаясь по дорогам столицы Полесья, держали в уме трековые заезды. Именно на треке отечественные веломастера завоевали первую медаль, и сделала это воспитанница с дюшор номер 3 и тренер Николай Борисовича Тарасова Инна Савенко, которая, кстати, уже соревновалась здесь, в Глазго. Очень скоростной трек, она уже не первый раз там выступала, по молодежи она выступала и имела медали. Кстати, на первенствах по молодежи, на первенстве Европы, у нее было 7 медалей. И вот очень сложно перейти в элиту и сразу же бороться за пьедестал. Но у нее как бы получилось не на первый, но на второй год нормально все сложилось и получилось. Шел кропотливый труд, конечно, много, очень надо было стартов сделать. И тоже предыдущий чемпионат республики по шоссе в Мозыре. Пришлось потерпеть, готовясь к этим трековым баталиям, как говорится. Но молодцы подошли и добились хорошего результата. И, безусловно, чемпионат Беларуси, проходивший в дождливую погоду, стал отличной закалкой для Инны Савенко, которая стала вице-чемпионкой европейского первенства в гонке по очкам. Но эта награда, возможно, не последняя для Инны. Она продолжит бороться за победу в других видах соревновательной программы. И того же, наград мы ждем от представителей мозырского спорта, которые будут состязаться в других дисциплинах, о чем мы расскажем в наших следующих выпусках спортивных новостей.